Мика тоже в холодильник. Какой-то неандерталец зашкербал. Сковородку? Ага. Не делаешь себе 3 минуту? По 2? Наш завтрак приготовлен и Адриан. Всем привет! Мы решили поехать на прогулку, но у нас очень плохая погода. Не знаю, сможем ли мы. Интересный городок Авилес. Каждый домик, каждая улочка, каждый закоулочек здесь. Прямо как музей. Все такое красивое, старинное. Самое прикольное, что здесь почти нету одинаковых домиков. Все очень красивые и все со своей историей. Это домик Асторианской Бабы-Яги. У нас сейчас обед, мы сделали с собой бутики и чаечек.
там Плая де Вердисио была. Но уже поздно. И что это? А? И что это такое? Пляж. Да ну нафиг. Да. Плая де Вердисио. Плая де Вердисио, можно и сюда заехать? Или ты хочешь ближе к нашему селу? Да. А. Вот эта дорога, да? Джунгли. Да, то, что не косят, вот это плохо. Воу-воу-воу, как бьет по машине это все. Оу. Велосипедист. Здесь очень много эвкалиптовых деревьев. Так не надо. Эвкалиптов некогда смотреть. И так, когда даже гуляем, тоже очень много видно. Большой. Много, не? Сами сажаются. Сами? Эвкалипт. Природа. Угу. Por Dios, contaminación. Фу. Как воняет. Вот ты мой. Фабрика такая или завод. Ай. Какой интересный цвет имеют эти камни. А и там еще один пляжик. Этот уже пошире и лучше.
вода почти унесла. Мы сегодня в том же ресторанчике. Только сегодня кушаем внутри, потому что снаружи чуть-чуть дождик такой мелкий, моросит. Так что сегодня внутри. Сегодня мы заказали вот такой вот салатик. И также нам принесли баночку тунца на двоих. Еще нам принесли вот такие вот мини-кальмарчики. И нам принесли еще такую вот большую отбивную на двоих с картошкой.